Прощаемся. Ну, хорошо? Да, все нормально. Пытаюсь от снега убежать. У нас такие метели были, такие снегопады. Сейчас морозится, но так снег ушел. Ну вот нам обещают сегодня где-то в 7 утра, поэтому я поеду домой. А ты откуда едешь? Мы сейчас в Монреале. Сын ездит, да? Не-не, сын в Оттаве. Мы были в Кубек. Оттава, Монреаль, Кубек. Сегодня выехали из Кубек, сейчас в Монреале. А, гуляли после, да? Ну да, сейчас заедем, еще погуляем и потом уже поедем. Сейчас час пик, поэтому надо немножко как бы перегулять, пока час пик. Ну, супер, молодцы вообще. У нас морозно, минус так сильнее, там минус 15, конечно. У нас около нуля все. Плюс 4. А мне так сильно слабо, просто настроение не очень хорошее, надо еще больше не разъедем. Ну, давай потом, сейчас. Давай, рад тебя слушать. Ну, давай. Всем привет.